вокруг земля в травах шелковых красотой пенит без вина. Это наш с тобой город Щелково. Слова к гимну города Щелково написал поэт Иван Рудаков. Помимо своего стихотворения, у него богатое творческое наследие. Именно поэтому в январе, вот уже 9-й год подряд, щелковцы отмечают его день рождения. На этот раз юбилейный. Ему бы сейчас исполнилось 90 лет. В минувшую пятницу в Центральном дворце культуры состоялся вечер его памяти. На нем было много людей, знавших его лично. Все хорошее, лучшее и приносящее нашему краю пользу мы должны всегда двигать, рассказывать об этом, привлекать молодежь ко всему. И вот Людмила Семеновна, эти цветы вам, вот, потому что вы действительно молодец. Благодаря вам и доска была открыта, где я тоже присутствовала, да, и благодаря вам, наверное, в большей степени мы собираемся каждый год и говорим об Иване Васильевиче. На вечере было много гостей. Среди них те, кто учился у поэта Рудакова работе со словом в Щелковском литературном объединении. Иван Васильевич его возглавлял на протяжении более 15 лет. За это время более 15 литераторов, входивших в ЛИТО, стали членами Союза писателей. Я хотел бы от имени Союза писателей России, от имени Московской городской организации Союза писателей России поблагодарить всех щелковцев, всех его земляков за то, что они хранят его память, что здесь есть улица имени Ивана Рудакова, что его произведения звучат и как песни, и как стихи, что выходят книги, и что мы достойны того лучшего, тех лучших наших земляков-соотечественников, которые рождает русская земля. Биография Ивана Рудакова достаточно типична для военнослужащих. Будучи офицером, он служил на протяжении более 30 лет в Центре управления полетами и одновременно с этим писал стихи. Своим искренним и очень точным поэтическим словом он, как никто другой, прославил нашу щелковскую землю. Его стихи действительно задушевные, простые, непритязательные, но такие глубокие, откровенные. Вот это пример нашей сегодняшней молодежи. Как говорят, где родился, там пригодился. Ну, наверное, такие мероприятия, они полезны. Совсем недавно мы открывали памятную доску здесь, в Щелкове, посвященную Ивану Рудакову. С тех пор, как ушел из жизни Иван Васильевич, прошло 9 лет. Все выступавшие особо благодарили хранительницу творческого наследия поэта Рудакова Людмилу Семеновну Олейникову. Иван Васильевич очень обаятелен был, поэтому к нему тянулся народ. Вот. Еще и этим объясняется, что вот сегодня в зале и ребятишек много, и, так сказать, люди старшего поколения, потому что его помнят. Вот, и с уважением относятся к его поэзии. Вот. Ну, вот это приятно, что на сегодня все-таки поэзия Ивана Васильевича остается на слуху у наших жителей, у земляков Ивана Васильевича. Это, конечно, очень, очень достойно и очень приятно. Мне, по крайней мере. На вечере, посвященном памяти Ивана Рудакова, были исполнены музыкальные композиции, положенные на его стихи. Были также подведены итоги конкурса чтецов. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.